Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы с Альмирон. Вроде как-то так он читается. Для нее понадобится один железный топор и штук 6-7 обычных. Заходить мы будем со стороны сушилки, где-то тут. Это чисто для входа, чтобы зомби нас не беспокоили. А потом идем сюда и ломаем вот здесь внутри уже ящики. Готово! В этой части базы ничего нету. Здесь еще осталось сломать вот эти станки. Может, что-то найду в них полезное, может и нет. Так, сломаем. Блин, придется еще от третьей волны отбиваться, да? Походу, да. Ну ладно, по крайней мере, все тут сломаю. У меня было 4 топора железных. Учитывая, что один я потратил сюда, 3. Да, 6 обычных топоров надо. Ровно. Ну и 7-й вот сюда. А, хотя нет, это с этим уже все правильно. 6 обычных топоров. Так, давайте уже умирайте по-быренькому. Отлично, давайте смотреть. Плавильня пустая, тут бревна, тут бревна, тут ничего нету. Здесь у нас 5 ящиков, да? Так, ну давайте доски заберем. Это обязательно, наверное. Денчик. А здесь чего? Изолента, фильтр заберу свой. Болты. Больше ничего не надо. Здесь кожа, веревка, плотная ткань пусть будет. Так, индейка, жареная индейка, бинты, бинт. Ладно, воду заберу. А, кстати, вот эти тоже хрень заберу. Вдруг понадобится, у меня их нету. Морковку заберу. Пойдет. Вроде так меня все устраивает. И последний ящик. Тут у нас ВСС. Да ладно. Еще и талоны есть. Ну, мы это все забираем, так как место у меня до хрена. А вот это мне уже точно не надо. Ну, в общем-то, все. Осталось проверить только пикап и байк. Но вряд ли тут будет байк. Очень вряд ли. Ну да. А, в общем, вот такой вот лут. Ну, обычная база, ничего не скажешь. Заправляем это сюда и сваливаем. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.